Как сплотить многонациональное государство, обеспечить преемственность поколений и сохранить самобытность народов страны? С этой целью в стенах НПО «Энергомаш» провели лекцию на тему «Россия – хранитель традиционных нравственных ценностей». Перед работниками предприятия выступила лектор Всероссийского общества знаний, доцент кафедры методики воспитания из Московской академии социального управления. Это связано с появлением указа президента от 9 ноября 2022 года номер 809 «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей», где прописаны два сценария, что если мы не будем сохранять ценности, то мы вообще исчезнем, как и Россия. В рамках лекции с участниками встречи обсудили перечень традиционных российских ценностей, таких как крепкая семья и созидательный труд, честь и милосердие, патриотизм и гражданственность. Осознание и приобщение к этим и другим ценностям позволит российскому обществу сохранить свою самобытность и единство. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Аналогичные лекции проходят среди работников многих предприятий Подмосковья.